Ну, а вы вот как актер, вы способны, допустим, идти наперекор режиссерской воле? Ну, я не конкретную работу, допустим, с Метой имею в виду, но если вы считаете, что в чем-то режиссер, ну, вы по-другому видите роль, вы будете это обсуждать с режиссером, или вы будете делать просто вот тихой сапой, как говорится, по-своему, mm-hmm. вот дожимать? Или вы подчиняетесь полностью? Ни вот. То, ни другое, ни третье. Значит, смотрите, я человек по сути своей конструктивный, наверное, больше. Я имею в виду, что мне очень некомфортно работать в моей профессии в условиях конфликта. Так. И в условиях какого-то напряжения, и в условиях... Знаешь, есть такой тип людей, которым надо вот раздражитель какой-то для того, чтобы завестись и как бы уже творить, да? Вот мне наоборот, мне этого не нужно. Поэтому, конечно же, какие-то возникают моменты и в театре, и на площадке, на съемочной, когда я не согласен с тем, что предлагает режиссер. Я это высказываю. Так. И если человек реагирует на это как-то жестко, нет, и так далее, да, то я все равно стараюсь это протащить, да, и сделать, как мне кажется, нужно. Грубо говоря, как мне кажется, нужно делать все для того, чтобы процесс шел, да, и шел созидательно. Не разрушительный. Входить в конфликт, в этом нет ничего... В вашем ремесле даже странно, как вот процесс может идти разрушительно при съемках. Ну, нет, я говорю именно вот, знаете, вот этих вот раздражитель, да, есть люди, которым нужно раздражение, которые хотят вот, им надо вокруг себя создать атмосферу такой напряженной полярности, такого электрического такого напряжения, да, чтобы коротило. И вот тогда они могут идти. Вот у меня наоборот, мне нужно, чтобы был мир и покой вокруг, чтобы, да, чтобы... как бы творилось в обстановке как бы любви, да, что ли, и дружбы, да, не в напряжении. Вот я такой человек, поэтому я буду делать все для того, чтобы я буду убеждать режиссера. Если не получается убеждать, я скажу, окей, я понял, и я сделаю понял. Как-то по-другому, по-своему. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».